Мероприятие организовали ТУЗ «Гагаринский» и общественная организация «Сибирское землячество», которая объединяет сибиряков, в разные годы переехавших в Сочи на постоянное место жительства. Праздник на Цветном бульваре посвятили Дню пожилого человека. Он во всем мире отмечается 1 октября. В мероприятии приняли участие творческие коллективы города, школьники и представители казачества. У нас хорошие домкомы, хорошие активисты общественных организаций, казачества, которые принимают всегда посильное, так сказать, участие, и не только личным примером показывая молодежи, что, значит, у нас все развивается, идет в правильном направлении. Сибирское землячество в 2006 году взяли шефство над Цветным бульваром. Мы ухаживали за деревьями, подрезали, подбеливали. Ну, короче говоря, мы наводили порядок здесь. И после того мы несем ответственность и проводим здесь все праздники. В ходе праздника состоялась церемония награждения самых активных жителей района. Отметили в том числе и футбольную команду микрорайона Гагаринский, в составе которой спортсмены от 60 лет и старше. Добавлю, что подобные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, прошли во всех районах курорта.